Продолжаем выпуск. К экологической акции «Таза Казахстан» присоединились и звезды казахстанской эстрады, театра и кино. Они приняли участие в столичном субботнике. Убирали сквер около памятника ханам Кирею и Женебеку. Кто из звезд стал участником масштабной экоакции, узнала моя коллега Гульнара Хасан. Рабочие перчатки, удобная одежда, грабли и лопаты вместо микрофона. Казалось бы, в таком снаряжении казахстанских звезд увидишь лишь в фильмах. Но, как поделился известный актер Асылхан Толепов, субботники для актеров – привычное дело. Наш музыкальный театр юного зрителя акимата города Астаны регулярно выходит на субботник. Он у нас не первый и не последний. И зимой выходим. Это стало уже доброй традицией. Мы собираемся с коллегами из других театров, чистим снег. Вы ведь знаете, сколько снега бывает зимой в Астане. Своего коллегу поддержали Ерлан Малаев, Бахыт Хаджибаев, Адиль Ахметов, Самал Еслямова и другие актеры всех театров столицы, а также звезды казахстанской эстрады. Всего в субботнике приняли участие почти 80 деятелей культуры. Они убирали опавшие листья, мусор и очищали территорию сквера. Астану часто посещают гости, в том числе и иностранцы. Недавно прошли Всемирные игры кочевников, и туристы из многих стран были восхищены нашим городом. Я часто слышу отзывы о нашей столице. Это говорит о статусе, поэтому мы, люди искусства, никак не можем остаться в стороне. Экоакция «Таза Казахстан» продолжается по всей стране с начала весны. Участие в ней успели принять почти 4 миллиона казахстанцев. Собрано свыше миллиона тонн мусора, высажено 2900 саженцев деревьев, благоустроено. Построены почти 5000 парков и скверов. Присоединиться к общенациональному субботнику только рады, признаются актеры. И добавляют, акция должна стать постоянной. Гульнара Хасан, Ернар Дасанбай, 24 KZ.